В Архызе стартовал новый горнолыжный сезон. В этом году он необычный, так как посвящен столетию Карачаево-Черкесии. 20 профессиональных инструкторов бесплатно обучали начинающих лыжников. Также можно было полетать и на воздушном шаре. О насыщенной спортивной и культурной программе расскажет Альбина Ламкова. Сразу предупреждаю, поездка в горы может стать хорошей традицией. А если еще научиться кататься на сноуборде и лыжах, привычка будет полезной. Ну что, начинаем вкатываться в сезон. Попытка не пытка. А еще, если с новичком, инструктор-профессионал. Адам, с первого раза можно научиться кататься на лыжах? Да, конечно. Самая основная наша задача – это научиться кататься красиво, а главное – безопасно. Ничего, стартуем? Стартуем. Кстати, сегодня все желающие могут научиться кататься бесплатно. К обучению привлечены порядка 20 профессиональных инструкторов. Много-много людей и самостоятельно обучаются лыжам и доскам. Просто вот этот момент скольжения и в правильной стойке, и в правильной базе. Наша задача тренерская, инструкторская, это именно вот эту базу дать. Если правильную базу поймаешь, то дальше все станет легко. Приезжайте и не Конечно. Бойтесь становиться, тут все помогут, все четко. И супер курорт для того, чтобы учиться кататься, и для того, чтобы постоянно кататься. Тут два склона, куча раз. Короче, супер-супер, приезжайте. А условия проживания? Погода. У нас хорошее, у нас тепло. Да, самое главное – тепло, компания хорошая и в горах. То есть ты выходишь, окно открываешь, виды на горы. Что может быть лучше? Качество трасс всех уровней сложности. Работают новые современные канатные дороги. Есть вечернее катание. Инфраструктура и туристический сервис в Архызе полностью соответствуют международным стандартам. На сегодняшний день построена двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием Архыз-Лунная Поляна-Дука. Добраться до места отдыха можно легко и с комфортом. Из Волгограда не так долго ехать. Нет серпантина, как там, допустим, в Сочи ехать. Нам все здесь нравится. Хорошее, удобно. Чего там ночью выехал, в 10, в 5 утра уже здесь. Здорово. Приезжайте в Архыз. И с детьми комфортно, да, с детьми приехать, да. Спасибо вам большое за такие приятные дороги. Организаторами части торжеств в Архызе в день официального старта сезона выступило Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Это не только бесплатное обучение на лыжах и сноуборде. Ими предусмотрена программа взлетов на воздушном шаре, что позволит туристам увидеть фантастические пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. Как мероприятие приурочено к столетию КЧР, мы намерены обучить не менее 100 новичков, ведь каждый должен почувствовать этот драйв, спуска. Совместно с Кавказ РФ организованы также тематические мероприятия. Еще яркое событие дня. На главной площади курортного поселка «Романтик» организовали спектакль кукольного театра с мультяшными героями. А на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов. Сезон открыт. Участники заезда лыжников и сноубордистов, занявшие призовые места, получат подарки. А гости торжественного дня – незабываемые эмоции и впечатления на всю жизнь. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.